А вот какими продуктами меньше всего можно навредить организму, так это выращенными собственноручно на даче. Там точно нет никаких нитратов. Ну и не случайно мы заговорили про дачный участок, ведь работы там уже можно начинать. Что нужно сделать в первую очередь, узнаем у нашего постоянного эксперта, агронома, начальника пресс-центра Аграрного университета Северного Зауралья Татьяны Сергеевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, апрель у нас уже наступил. Что мы можем сейчас уже сделать? Наверное, порадоваться весне. Это в первую очередь. Вот у нас с вами такой необычный букет. Угу. На столе первый. Но знаете, он уже живой. Вот можно я веточку возьму? Да, да, конечно. Вот если посмотреть, посмотрите, почки уже набухают. Угу. Вот они становятся уже зелеными, вот такими вот яркими. Угу. Вот придя на свой садовый участок, можно посмотреть, как перезимовал сад. Вот у нас это, конечно, не яблоня, не груша, не вишня, но ничего страшного в этом нет. Растение – это растение, и строение практически у всех одинаковое. Что сделать? Как узнать, перезимовала яблоня или нет? Да. Нужно сделать вот так, вот очень просто. Вот вы берете вот и срезаете немножечко коры. Видите? Она зеленая. Она зеленая, красивая. Зеленая, значит, перезимовала. Да, значит, очень хорошо. А вот если она будет коричневая вот здесь вот, то тогда уже беда. Тогда, может быть, вот наши почки и распустятся, а в дальнейшем дерево может засохнуть. Можно еще посмотреть вот так. Вот мы берем с вами тоже почечку, вот так разрезаем, да? Угу. Сейчас я постараюсь это сделать. Вот смотрите, она да, зеленая, красивая. Давайте покажем нашим давайте, телезрителям. Держите. Я специально покажу. Так, вот. Вот, налево, вот так. Так. Друзья, сегодня курс начинающего садовода у нас просто. Зелененькая. Зелененькая, да. Свеженькая. Красивая. Да. Вот, значит, все в порядке. Смородина, крыжовник. Ну, а смородину мы уже сейчас и так увидим, потому что почки начинают распускаться. Но, пожалуйста. Но вместе с тем начинают оживать и вредители. Те, которые перезимовали, можно я заберу веточку, зимуют у нас вредители вот здесь в пазухах почек, зимуют, да, зимуют на коре деревьев. И, соответственно, вот если взять смородину, да, они есть такие большие почки, как качанчики. Значит, там до 5000 клещей находится в одной почке только. До 5000. Вы представляете, сколько их будет? Такая некая коммунальная квартира. Коммунальная квартира. Поэтому о чем мы говорим? Конечно, надо растениям помочь. Это вне сомнения. Нужна искореняющая обработка сада. Почему называется искореняющей? Потому что берутся повышенные дозы ядохимикатов или народных средств. Вот я на ядохимикаты принципиально не пойду. Пусть наши магазины продают то, что у них есть сами, а мы с вами обойдемся без этих препаратов. Итак, для того, чтобы наши вредители и болезни на деревьях, на плодовых кустарниках, на ягодных кустарниках погибли, нужно взять килограмм золы, заварить ее кипятком, пусть она постоит на ведро, часа два. Ну, можно заварить 2 литрами, допустим, и 3, чтобы не греть кипяток сразу, ведро воды, это достаточно много. Затем процедить. И на 10 литров воды берете этот раствор и опрыскиваете растения. Уже сейчас, вот при среднесуточной температуре плюс 5 градусов. Уже сейчас можно взять вместо золы обыкновенную поваренную соль. То, что продается в магазине, стоит она весьма недорого. Точно так же доза на одно ведро воды. Или очень хорошо работает, это азотное удобрение, мочевина или карбамид, как ее знают. Садоводы можно взять аммиачную селитру, но там берется больше на 200 граммов. То есть берется 500 граммов, это, я утрирую, пол-литровая баночка стеклянная. Ну, насыпаете туда удобрение, можно взять хлористый калий, очень хорошо растворяется. И вот этим раствором тоже обработать наш сад. Очень много вредителей, да и болезней, они просто сгорают. Вот если мы, интересно просто корни, уже, да, уже можно к корням прикасаться или рано еще их тревожить? То есть как прикасаться? Ну, можно уже в землю копать и проверять, да. Вот. Но она еще, конечно, стылая, но когда она оттает, а можно работы начинать на земле, когда она прогреется до температуры плюс 10 градусов. А это случится тогда, когда на садовом участке зацветет одуванчик. А только тогда можно уже приступать? Вот, тогда уже можно приступать. То есть можно, конечно, если это пораньше, можно и пораньше, если вы можете, или садовод перекопал осенью землю, уже готовые гряды, вот от снега собрались, освободились, и вы можете подойти к этой грядке. Можно посеять петрушку, можно посеять лук-чернушку. А почему называется чернушка? Потому что семена у него черного цвета. Можно посеять морковь. А вот этот лук, этот маленький, да?
Нет, лук-чернушка – это вот натуральные семена, которые можно насыпать на ладошку. Я даже не знала. Ничего страшного, я думаю, много садоводов, которые этого даже не знали. Ну, смотрите, у нас дело в том, что когда мы приходим на дачу, после зимы бывает, что многие растения не то чтобы не перезимовали, они повреждены, сломаны ветки. Вот что в этом случае? Да, особенно после последнего снегопада. Да, конечно, снегопад был очень обильный. И, естественно, что ветви не могли, можно ломать? Да. Вот они могли просто вот так отломаться, да, будут раны. Что мы делаем? Вот эти вот отломанные сучки, это, допустим, взрослое дерево, да, вот отломанные сучки, конечно, мы берем, естественно, не такой нож, мы вот обрезаем эту кору, мы обрезаем, зачищаем рану до здоровой древесины, потому что она может быть и коричневого цвета, вот чтобы раночка, она была зачищенная. Ну вот как зуб стоматологи лечат, точно так же и здесь, да, чистенько было. И затем обязательно обрабатываем садовым варом. Это можно... что за вар? Садовый вар, он так и называется. Садовый вар, его можно купить в магазине. Можно обойтись без вара. И опять, можно обойтись без вара. Значит, вы берете обыкновенную глину, навоз один к одному, смешивается вот это все достояние, и можно замазать рану, обвернуть какой-то ветошью или тканью. Очень хорошо работает долго отваренная кора липы. Кора либо берется, ну, конечно, желательно не живого дерева, а то уже... берем всю липу, пораним, и отваривается до густого такого состояния, и тоже обрабатывается рана. Ну, в принципе, можно и простой глиной, но тогда хотя бы уже и солому можно добавить, чтобы она не трескалась. Вот, раночка заживет. А смотрите, а если вот это у нас дерево хорошее, зеленое, а если, допустим, мы снизу проверяем, и дерево все, оно коричневое? Его утиль? Вы знаете, дело в том, что надо посмотреть и не спешить, наверное, потому что садоводы каждый имеют, агрономов немного, и каждый имеет свою специальность. Конечно, со временем садовод, он старается очень опытным, бывает и умнее агронома бывает, но это жизнь. Вот все человек знать не может, это однозначно. Поэтому не спешите. Вот вы дождитесь, когда начнут распускаться почки, когда вы увидите, что дерево чувствует себя хорошо. Если вы сомневаетесь, что надо убрать, вот отрезать эту веточку, а для того, чтобы отрезать, существует вновь правило. Вот я постараюсь показать хотя бы вот так вот. Вот она ведь, вам надо убрать ее. Мы обрезаем ее вот так. Вот так вот. То есть ровненький срез такой, и обязательно все срезы больше 1 сантиметра мы обрабатываем, опять же, садовым варом, ну или глиной хотя бы. Вот смотрите, а если мы на дачном участке, знаете, что интересно? Вот мы приехали, подлечили, немножко удобрили, да, вернулись домой, смотрим на подоконник, что там стоит? Рассада, естественно, которая уже, знаете, вовсю у многих растет. И нередко у томатов, например, можно увидеть фиолетовый оттенок. Такой, знаете, с чем это может быть связано? Это связано с температурным режимом. Потому что не усваивается фосфор. А для того, чтобы он усваивался, или его не хватает, когда существует такое удобрение, как суперфосфат. Но в комнатных условиях обычно тогда, когда холодно. Вот если низкая температура воздуха, холодный подоконник, в этом случае томаты приобретают, лист томата приобретает вот такую вот бордово-фиолетовую окраску. Значит, нужно повысить температуру, поставить на солнышко поближе, но так, чтобы не было солнечных ожогов. А чтобы их не было, можно тот же лутросил или даже марлю обычную, или еще как-то притянить, чтобы вот яркое солнце, которое у нас уже светит нам в окно, оно не било сильно по растению. Могут быть сильные ожоги, и тогда в этом случае сначала у нас была фиолетовая рассада, а потом будет белая, как пергамент. А смотрите, не раз замечала, что листья, вот рассада, когда рассаживаешь, листья бледнеют, желтеют даже. С чем это связано? А вот это уже связано не с температурой, а с нарушением питания растения. Вообще растение удивительное. Оно ведь само о себе рассказывает. Вот я, допустим, взяла веточку, да, я могу, ну, минимум, наверное, полчаса о ней говорить. Что, как, куда и зачем. Вот так же вот и рассада на подоконнике. Если мы видим, что лист бледнеет, в основном не хватает азота. Есть очень много удобрений, хороших удобрений. Это и микроудобрения в магазинах. Но я как-то вот растворин, кристаллин, это кемира, люкс. Вот такие удобрения, которые приносят пользу. Только нужно брать минимальные дозы. И не поливать растения, а просто опрыскать.
очень хороший результат он дает. Если не хватает, допустим, железа, то лист становится, он такой кремово-белый становится, ну, немножко побледнее, чем наша вазочка. Вот, если не хватает магния и марганца, на листе появляется такая зеленая елочка. Вот, то есть очень много. Если по листу начинает появляться вот такая каемочка, сначала желтая, потом коричневая, не хватает калия, и, соответственно, там недостаток питания, как и у человека, ведет нарушения различные, заболевания различные. Слушай, ну вот есть выражение такое: будет день, будет пища. Мы сегодня его перефразируем, скажем: будет день, будет дача. Спасибо большое за беседу и желаю вам, конечно, хорошего дня. И вам доброго дня. Спасибо большое. А мы напоминаем, у нас в гостях был наш постоянный эксперт, агроном, начальник пресс-центра Аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Сергеева. И говорили мы о весенних работах на даче.